Хочу сказать, что давайте все-таки, наверное, ориентироваться на проверенную информацию и не будем поддаваться панике, и не будем... есть источник информации, он находится в департаменте, поэтому всю информацию я прошу получать непосредственно отсюда. Апостоловская бригада профессиональных врачей, выехав на место, определилась абсолютно четко по эпидемиологическому анамнезу, провела все необходимые тесты, и определила сразу же, тест на грипп был сразу же позитивен. То есть это говорит о том, что мы имеем дело с острым респираторным заболеванием. И никакой угрозы коронавирусу в данной ситуации, так сказать, семья не представляет опасности. Поскольку уже установлен диагноз, то в данной ситуации семья находится дома под наблюдением семейного врача и лечится от гриппа.